Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 82-м году ушел из жизни советский и российский театральный актер и режиссер Владимир Паршев. Владимир Дмитриевич Паршев родился 7 марта 1940 года. Окончил Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, и высшие режиссерские курсы творческой лаборатории М. Захарова. Работал в театрах Белгорода, Астрахани, Иваново, Екатеринбурга, Фрунзе, Северодвинска 1959-1960. В 1964 году актер Молдавского театра в Бельцах. Как режиссер поставил около 50 спектаклей. В 1980-1987 годах главный режиссер Усть-Каменогорского областного русского театра драмы им. Джамбула. Был актером и режиссером Хабаровского театра драмы. Среди его театральных работ – «Фигаро», «Женитьба Фигаро», «Бомарше», «Глостер», «Король Лир», «О Шекспир», «Незнамов», «Без вины виноватые», «Н. Островский», «Ильин. Пять вечеров», «А. Володин», «Тригорин», «Чайка», «А. Поселок Чехов», «Баптиста», «Укрощение строптивой», «У Шекспир», «Телегин», «Дядя Ваня», «А. Поселок Чехов», «Ахов», «Сватовство в Замоскворечье», «А. Н. Островский», «Сарафанов». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.